сотрудниками полиции в рамках оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение незаконной миграции, проверена швейная фабрика, располагающаяся в поселке Белоомут. В ходе рейда выявлено 47 граждан Юго-Восточной и Средней Азии, которые незаконно проживали и работали на данном производстве. На каждого из них за нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории Российской Федерации составлены административные протоколы. В настоящее время 35 мигрантов помещены в Центр временного содержания иностранных граждан. На 12 наложен штраф в размере 5000 рублей с последующим выдворением за пределы страны. Проводятся мероприятия по установлению руководителей предприятия, которые незаконно приняли на работу иностранцев.